Всем привет, с вами интернет-магазин SkyMarket.ua, и сегодня в нашем обзоре самая мощная новинка от компании Samsung Galaxy Note 3. Этот аппарат самый сильный представитель своей линейки и последователь легендарного первого Galaxy Note, который превысил отметку продаж более чем в 10 миллионов штук, а Galaxy Note 2 разошелся тиражом более чем 28 миллионов. Перейдем к комплектации самого смартфона. В комплекте идет непосредственно сам аппарат. Инструкция по эксплуатации пользователя, USB кабель, наушники с функцией гарнитуры, зарядное устройство, комплект сменных насадок для гарнитуры, ну и также набор сменных наконечников для электронного пера S Pen и металлическая прихватка для их удобной установки. Теперь давайте рассмотрим непосредственно сам фаблет. В руке смартфон ощущается хорошо, во многом благодаря необычной крышке с тиснением под кожу. Она не пачкается и не царапается. Galaxy Note 3 выпускается в трех базовых цветах – черном, белом и розовом. Размер аппарата 151 мм на 79, а вес составляет 168 грамм. Хочу заметить, что эта модель стала тоньше и легче своих предшественников. Расстановка клавиш управления стандартная. На передней панели располагается механическая клавиша, а вокруг нее еще две сенсорных. Над экраном расположилась фронтальная камера, а также датчики приближения и освещенности. С левой стороны спаренная клавиша регулировки громкости, на правой клавиша питания, на верхнем торце разъем для наушников 3,5 мм или гарнитуры. Также на двух торцах находятся микрофоны. Основная камера находится на задней поверхности, а рядом с ней светодиодная вспышка. Наконец, на нижнем торце стандартный микро-USB разъем, и тут же можно видеть гнездо для стилуса S Pen. Отличие в гнезде от стилуса предыдущей модели заключается в том, что теперь вы можете устанавливать S Pen любой стороной. Это не играет теперь абсолютно никакой роли. Качество сборки аппарата отличное, нет никаких нареканий. Детали плотно подогнаны друг к другу. А теперь перейдем к самому аппарату. В Galaxy Note 3 установлен Super AMOLED Full HD дисплей диагональю 5,7 дюйма. С разрешением 1920 на 1080 точек и передачей в цветов 16 миллионов. Емкостной экран поддерживает до 10 одновременных касаний. Качество экрана отличное, значение PPI 386 на каждый квадратный дюйм. Аппаратные возможности аппарата просто удивляют. 8-ядерный процессор с оперативной памятью в 3 ГБ и тактовой частотой 2,3 МГц могут удовлетворить даже самого требовательного пользователя. При тестировании программы Antutu Galaxy Note 3 набрал 34 951 балл. Оставив далеко позади себя такие аппараты, как HTC One, Google Nexus 10 и Samsung Galaxy S4, новый фаблет идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Камера установлена в аппарате в 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом снимает видео в HD качестве, а стереозвук получается благодаря двум встроенным микрофонам. Помимо этого в аппарате улучшено автоматическое определение условий освещения, а также доработана цветопередача фото. Благодаря этому снимки получаются потрясающего качества. В настройках камеры есть огромное количество различных функций для получения максимального качества фото. Это такие режимы, как ретушь, то есть когда вы снимаете, идет автоматическое улучшение черт лица при съемке портретов. Лучшее фото, лучшее лицо, фото со звуком, фотодвижение, анимированная фотография, гольф, насыщенные тона, корректор, панорама, круговой снимок, и это еще далеко не полный список функционала, который установлен непосредственно в Galaxy Note 3. Фронтальная камера в 2 мегапикселя рассчитана для видеозвонков и имеет тоже довольно отличное качество съемки. В телефоне используется литий-ионный аккумулятор емкостью 3200 мА, который, как заявляет производитель, выдерживает до 16 часов в режиме разговора и до 890 часов в режиме ожидания. Таким образом, при использовании в городских сетях в среднем смартфон при активной нагрузке держит в районе 2 суток. В работе и производительности нареканий никаких нет. Смартфон невероятно быстро
реагирует на все поставленные задачи, и даже самые требовательные программы и игры запускаются моментально и без проблем. Даже если запускать самые тяжелые и требовательные игры, Samsung Galaxy Note 3 справляется с ними очень быстро. Допустим, сейчас мы запускаем последнюю 3D-игрушку Real Racing 3, которая невероятно требовательная по параметрам для того, чтобы игра не тормозила и играла максимально быстро и адекватно. В Galaxy Note 3 я не заметил никаких ни тормозов, лаганий и так далее. Ну, сейчас убедимся вместе с вами в этом. Дисплей передает картинку идеально. При игре смартфон не нагревается, ведет себя абсолютно адекватно и нормально. Как вы видите, при управлении нет никаких торможений, либо же там подтормаживаний, зависаний и так далее. Игра играет довольно нормально. Ну и плюс, даже в режиме максимальной игры, хочу заметить, что батарейка держит себя достойно. Отдельного внимания заслуживает такая фишка от компании Samsung, как S Pen. Для этого специальной компании Samsung было разработано несколько функций, которые мы сейчас рассмотрим поближе. После того, как достается стилус, в меню сразу появляется панель управления с различным функционалом. Это такие функции, как Smart Action. Теперь распознаются абсолютно все заметки, их можно привязать к действиям, таким образом выводите позвонить кому-то, и телефон распознает и добавляет это к календарю, или дает возможность в нужное время позвонить из телефонной книги. То есть, допустим, мы пишем какой-либо номер, в принципе без разницы какой, нажимаем ввести и нажимаем клавишу контакты. Как вы видите, цифры, которые я ввел, сразу же распознаются непосредственно в контактах. Штука действительно довольно удобная. Кстати, всплывающее меню можно вызывать не только тогда, когда вы достаете S Pen. Непосредственно на самом стилусе установлена клавиша, и если нажать на нее несколько раз, сразу появляется всплывающее меню. Также добавлена еще новая функция вырезания фрагмента. Штука действительно очень удобная. Теперь, если вы читаете книгу, допустим, либо просматриваете какой-либо пост, вам не нужно заходить в функции, настройки, сохранить и так далее. Вам теперь можно всего лишь просто-напросто обвести ту или иную часть картинки. Она автоматически обрабатывается и добавляется в ваш альбом. Удобство заключается в том, что все вырезанные фрагменты сохраняются в одном и том же месте. Посмотрим следующий функционал аппарата. Также есть классная штука — снимок экрана. Ну, здесь, в принципе, все сразу понятно уже. Есть также функция от компании Samsung S Finder. Очень удобная штука. Теперь вы с помощью данного стилуса, ну, либо же руками, в принципе, как вам удобнее, вы можете найти абсолютно любую информацию, которая была сохранена у вас непосредственно на смартфоне. В принципе, это идет максимально быстрая система для поиска информации. Дальше посмотрим такую штуку, как открыть в новом окне. Штука невероятно удобная за счет того, что вы теперь можете заниматься, допустим, каким-либо основным делом, то есть просматривать ту или иной функционал, либо же читать, допустим, офисную документацию, и параллельно вместе с этим можете просматривать, набирать телефон, просматривать контакты, либо же, допустим, запускать калькулятор или серфить в интернете. Как вы видите, штука действительно очень удобная. Я думаю, люди, которые занимаются бизнесом, эту вещь оценят. Также еще фишка данного пера заключается в том, что не обязательно касаться к самому дисплею. Как вы видите, если сейчас будет видно, не касаясь, сразу уже появляется специальная меточка, которая реагирует и показывает примерно, где находится ваш стилус. Как вы видите, я не касаюсь дисплея, но при этом смартфон четко и быстро реагирует абсолютно на все управления.
Плюс, помимо этого, подводя итоги, могу сказать, что Samsung Galaxy Note 3 – это один из лучших продуктов нынешнего года, который когда-либо выпускался. Отличное качество сборки, шикарное качество материалов, невероятно высокая производительность просто поражают. Когда пользуетесь этим аппаратом, им действительно хочется пользоваться, за счет того, что он четко и быстро выполняет полностью все поставленные задачи. Я думаю, этот аппарат покажет себя на рынке и будет пользоваться невероятной популярностью. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, с вами был интернет-магазин SkyMarket.ua, всем пока!